Что, опять отрицательный? Снова. Заяц, не плачь. Будем пытаться еще. До победного. Сколько лет мы еще будем пытаться, Сережа? Я уже все перепробовала. Я обошла всех врачей. Осталось уехать. Тасманские джунгли и искать, я не знаю, корень плодовитости. Окей. Поехали в джунгли. Я ради тебя на все готов. Что главное в любом деле? Не сдаваться. Сколько лет я пытаюсь сделать себе имя, стать известным художником. Тоже пока не особо получается. Агент-идиот. Публике ноль художественного вкуса. Ты видела последнюю выставку Горецкого? Это же дрянь, пошлость. А люди покупают. Я не сдамся. И ты не сдавайся. Ты прав, Сереж. Все у нас будет. И ребенок будет, и картины будут твои продаваться. Ну, а если не будут, пойду опять таксовать. А что? Классное время было. Опять же, тебя встретят. Ты считаешь, что это было классно? Я чуть со страха не умерла, пока ты меня довез. Ты тогда все правила нарушил или только половину? Я же не мог допустить, чтобы такая потрясающе красивая адвокатесса опоздала на заседание суда. Да уж, потрясающе красивая. Самая красивая в мире. Агния Евгеньевна, это блестящее представительство. Весьма вам признательна. Это моя работа, Дмитрий Игоревич. Если хотите, можем оспорить решение судьи о размере компенсации. На мой взгляд, она крайне занижена. Благодарю. Я подумаю и обязательно с вами свяжусь. Буду ждать. Всего хорошего. До свидания. Агния! Привет, Володя. Привет. А у тебя разве сегодня слушать? Угу. И как? Ожидаемый провал. Суды, ох, как редко отдают отцам опеку над детьми. Сочувствую. А у меня... Я уже слышал. Победа, как всегда. Поздравляю. Спасибо. Слушай, а давай махнем в кафе? Отметим твой триумф, запьем мой провал. Вов, я бы с радостью. Но у меня еще встреча. По работе? Нет. Свидание. С мужем? Тоже нет. А с кем? Пока. Итак, ваши анализы. Агния, к сожалению, я не могу вам сказать ничего обнадеживающего. Анализы показали, что ваши яйцеклетки непригодны для зачатия. Ни гормональная терапия, ни ЭКО
вам не помогут. Ну что-то же можно сделать? Увы, нет. Сейчас активно ведутся исследования по изучению данного фактора бесплодия, но, к сожалению, они пока не завершены и не имеют практического значения. Да ерунда какая-то. Мне всего 32 года. Женщины в 50 рожают. Возможности организма у всех разные. 21 век. Детей в пробирках выращивают, а вы мне говорите, что я не смогу родить. Я все сделаю, все, что скажете. Если вы мне не доверяете, вы можете обратиться к другим специалистам. Но с показаниями анализов не поспоришь. Возьмите. Жизнь не заканчивается на этом. Рассмотрите вариант усыновления. Мне так жаль, зайка. Не плачь. Мы что-нибудь придумаем. Ну, конечно, приеду. Только фрагмент закончу. Я тоже тебя люблю. Пока. Котенок, поторопись, у меня мало времени. Зая, завтрак готов. Что я тебе сейчас расскажу? Антон вышел на одного важного человека в руководстве одной галереи. Твои работы берут на выставку? Возможно. Ну, это уже полдела, конечно. Так, я вот выбираю, что показать куратору. А покажи ему свою летнюю серию. Нет, это все не то. Хочется представить что-то совсем свежее. А ты не против, если я сегодня поработаю в мастерской? Конечно, нет. Жаль только тебя одну оставлять. Схожу с Леной куда-нибудь. Мы 100 лет не виделись. Так мало времени проводим вместе. Это потому, что я все время по клиникам бегала. Больше не буду. Ты не грусти. Нам же хорошо живется. И без детей. А давай усыновим кого-то. Сами выберем мальчика, девочку. А? Я думала об этом. Страшно. Что страшно? Справки собирать? А наследственность? Нет никаких гарантий, что это будет здоровый ребенок. Понятно же, дети каких родителей попадают в детский дом. Нет никаких гарантий. Конечно, вряд ли нам попадется плод любви профессора математики и балерины. Но разные ситуации бывают. Мне нужен психически и физически здоровый ребенок. А усыновление – это большой риск, на который я не могу пойти. Я понимаю, что детки не виноваты. Но я говорю честно. Я боюсь. Так, дружочек, все у нас в полном порядке. Не забывайте, прогулки каждый день, следите за весом. Если резко прибавляете, сразу ко мне. Есть склонность к отекам, надо следить. А моя-то старшая что отчебучила? Не поверишь. Залетела. Вот где мозги у человека? Прости. Опять я про детей. Ну, расслабься. Если я не могу родить, что, все дети должны исчезнуть? Я тебя поздравляю. Будешь молодая бабушка. Спасибо. Я как-то не планировала в ближайшее время в категорию бабушки попасть.
Ей учиться надо, второй курс только. Ему, кстати, тоже. Тут здрасте, младенец. Еще свадьбу до родов нужно успеть сыграть. Ну, парень, ты хороший. Парень золотой. А еще такой мальчишка. Вообще чувствую, что только вчера детский сад ходили. Если мысль о внуке настолько тебя пугает, отдай бы мне. Вот твоего я хоть завтра усыновлю. Нет-нет, сами воспитаем. Но вы же действительно усыновить Сергея можете. Вам надо только не спешить. Рассмотреть все варианты. Всякие детки есть. Здоровые тоже попадаются. И какая на них очередь? До пенсии ждать? Ведь, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Марин, Золотарева свободна? Нет, она сейчас разговаривает. Подождите, пожалуйста. Юридическая фирма «Золотарева и партнеры». Добрый день. Угу, поняла. Сегодня не сможете. Могу вам предложить время на завтра. 3 часа. Здравствуйте. Добрый день. Могу чем-то помочь? Да, я хотела бы проконсультироваться насчет развода. Это Владимир Утершин, он у нас юрист по семейному праву. Мариночка, Владимир свободен? Да. Золотарева освободилась, приходите. А я могу коляску здесь оставить? Он спокойно полежит, не будет никому мешать. Конечно. Пойдемте, я вас провожу. Спасибо. Во-первых, поздравляю тебя с очередной победой. Спасибо. А во-вторых, хочу поделиться инсайдерской информацией. Один из наших партнеров в ближайшее время планирует отойти от дел. И мы с коллегами обдумываем кандидатуру нового партнера. Сколько ты уже у нас работаешь? 6 лет. Отлично. В нашей фирме есть традиция предлагать партнерство своим сотрудникам. Не всем, конечно, а только тем, кто прошел все квалификационные ступени и на каждой зарекомендовал себя с наилучшей стороны. На данный момент таким сотрудником у нас являешься ты. И мы с коллегами планируем предложить партнерство тебе. Спасибо, Наталья Петровна. Я очень тронута. Пока особо не распространяйся об этом. Мне нужно уладить кое-какие формальности. Вот это вам. Постарайтесь достать справку о его официальных доходах. Это пригодится в суде. Я попробую, хорошо. Не беспокойтесь. Ваш ребенок в надежных руках нашего лучшего юриста. Сережек, привет! Я же... просил не врываться без звонка. Я работаю. Прости, пожалуйста, я не подумала. Я просто должна была как можно быстрее сообщить тебе одну очень важную вещь. Какую вещь? Я решилась. Давай усыновим ребенка. Готова рискнуть? Сегодня в офис пришла клиентка с малышом. Ну, дело даже не в этом. Дети – это такое чудо. А когда дотрагиваешься до этих маленьких нежных ручек, как будто весь мир останавливается. Я, наверное, дурочка, да? Ну. Можно я с тобой посижу, пока ты работаешь? Давай лучше погуляем. Сходим в наше место. Отметим твое мудрое решение. Нет, Сереж. Поехали лучше домой. Я не могу ни о чем думать, кроме ребенка. Поехали.
Зай, ну что ты там зависла? Я думаю, что из этой комнаты получится прекрасная детская. А мы где спать будем? Здесь же, дурачок. Только надо будет кровать чуть-чуть подвинуть. Вот этот стол нужно перенести туда, чтобы здесь поместилась детская кроватка. А когда малыш подрастет, нужно будет сделать небольшую перепланировку. Если снести эту стену, то там поместится кровать в гардеробной. Места нам хватит. А малышу нужен простор. А давай не будем забегать вперед. И пока ограничимся детской кроваткой. А там дальше видно будет, кому что нужно. Хорошо. Как скажешь. Наверное, глупо, но я уже представляю, как мы будем растить нашего ребенка. Как будем вместе отмечать праздники. Как будем вместе путешествовать. Как же я его уже люблю. Я его ненавижу, этого ребенка. Он мне все испортил. Елена Николаевна, ведь можно же сделать аборт? Пожалуйста, скажите, что можно. Ох, Катя. Я могу вас так называть? Боюсь, что моя коллега из женской консультации права. Вам категорически нельзя делать аборт. Но она же ничего не понимает. Я специально к вам пришла. Все говорят, что вы лучший гинеколог города. Аборт нанесет вам непоправимый вред, Катя. Я не имею права давать вам направление. Риски слишком велики. Вам придется рожать. А дальше что? У меня нет ничего, ни денег, ни работы. Я хотела в институт поступать в этом году. Теперь из-за этого всем планам конец. Кто-нибудь может позаботиться о вас сейчас? Только мама, но она тоже за аборт. А отец ребенка? Нет никакого отца. Как только узнал о беременности, сразу слинял. Ему, видите ли, кандидатскую надо защищать. Ему плевать на нас. Я совсем одна. И вы думаете, что аборт – это лучшее решение? Ну, а что еще? Ну что ж, я очень рада, Евгений Алексеевич. Трое свидетелей – это более чем достаточно. Прошу прощения. Лен, я занята, перезвоню тебе. Никаких перезвоню. Я нашла тебе ребенка. Прошу прощения, я покину вас буквально на 5 минут. Да. Ко мне сегодня на прием пришла девочка, 21 год. Полностью здорова. Малыш тоже. И? Она хочет отдать ребенка. Парень, отец ребенка, испарился, ей самой его не поднять. А ты можешь его усыновить. Идеальный вариант, адекватные родители. Вот тебе те самые гарантии. Ты серьезно? Она точно хочет отдать ребенка? Какие шутки? Я сейчас скину тебе номер телефона. Звони прямо сейчас, договорись о встрече. Она тебе все сама расскажет. Не откладывай, а то с ней кто-нибудь еще может договориться. Хорошо. До сих пор не верится, что нам так повезло. Такая приятная девушка. Но ведь ты даже ее еще не видела. Верно. Только слышала. Только по телефону она произвела на меня хорошее впечатление. У нее такой нежный голос. Наверное, это она. Хоть бы все получилось. Ты точно хочешь с ней сама поговорить? Может быть, я пойду с тобой? Не надо. Я думаю, ей будет проще со мной одной. Ну хорошо, я тогда тебя вот здесь подожду. А ты разве не встречаешься с Антоном? Точно, совсем вылетело из головы. Спасибо. Удачи. Спасибо. Ну что ж, думаю, вот эти подойдут.
Предварительная договоренность есть. Будешь выставляться? Наконец-то свершилось. Правда, есть один моментик. Выставка проводится с привлечением спонсорских фондов. И было бы здорово, если бы ты тоже стал одним из спонсоров. Начинается. А можно без этого? Ну, как ты хотел. Бесплатно выставляю только лауреатов международных конкурсов. Ты пока не в их числе. Поэтому с меня надо рубить бабло. Не хочешь, не надо. Подавай заявку на участие в общем порядке. Получишь очередной отказ. Тебе, между прочим, оказывают услугу с этими спонсорскими. Сколько? 25. Ого. Это мне надо с Агней разговаривать. Ну, только побыстрее реши этот вопрос. Галерея не резиновая, желающих много. А теперь он меня знать не желает. Я думала, он меня любит. Дура. Что вы, Катя, не надо так. А давайте на «ты», хорошо? Конечно. Не ругай себя. Ты ни в чем не виновата. Но расхлебывать-то все равно мне. У меня же нет ничего, что я смогу ребенку дать? Я хотела в театральный поступать в этом году, готовилась. А как твоя мама смотрит на то, что ты хочешь отдать ребенка? И родители отца ребенка? Они ничего не знают, а мама рада. Маме одной нас не потянуть. У нее зарплата маленькая, она уборщицей работает. Ты думаешь, я ужасная, да? Монстр. Ни в коем случае. Я тебе сочувствую. При других обстоятельствах ты была бы отличной мамой. Ты будешь о нем хорошо заботиться. Будешь его любить. Я его уже люблю. Я юрист, работаю в хорошей фирме. Скоро стану партнером. А мой муж художник. О материальной стороне не думай. Я оплачу ведение беременности и роды. Там же, в клинике Елены Николаевны. Правда? Каждую неделю буду переводить тебе деньги на питание, чтобы ты могла покупать хорошие продукты. Ой, на еду не надо. Нам хватает. Не возражай. Сейчас все так дорого. А тебе нужна еда лучшего качества, витамины. Спасибо. А когда ты передашь нам ребенка, я переведу тебе на счет 10 тысяч долларов. На учебу. Мне так стыдно. Что ты, Катенька, я тебе так благодарна. Ты сделаешь нас с мужем самыми счастливыми людьми на свете. Значит, договорились? Надо продумать, как официально зарегистрировать ребенка на нас. С этим могут возникнуть сложности. Какие сложности? Мать отказывается от ребенка в роддоме. Мы подаем документы на усыновление, и все. Если бы это было так просто. После того, как ребенок попадает под опеку государства, не факт, что он достанется нам. В детских домах на таких детей очередь на годы вперед. На каких таких? Нельзя заранее договориться с матерью здорового ребенка о передаче конкретным опекунам. Почему? Потому что это запрещено законом. Ладно, давай по-другому. Ты имитируешь беременность, она рожает дома и передает тебе ребенка. Или с Ленкой договариваемся, она принимает роды, а новорожденного записывают на тебя. Еще это можно поделать договор о суррогатном материнстве. Нет, не пойдет. Чем больше нарушений закона, тем выше шанс, что все сорвется. Мы не можем так рисковать. Тогда я не знаю. Я поговорю с Вовкой. Наверняка в его практике было что-то подобное. Правильно. Слушай, я... Как только будут новости, Игнат, я вас наберу. Добро. А, добрый день. Добрый. Можно тебя на 5 минут? Да, мы уже закончили. Счастливо. Давай. А он сейчас ему этажи не перепутал? Специалист по уголовному на 4-м. Агния, что за предрассудки?
Семейные проблемы, между прочим, бывают у всех. О чем ты хотела поговорить? Я как знал, что с Сергеем ты не будешь счастлива. Ну при чем тут он, Володя? Проблема во мне. Это я не могу родить ребенка. С другим мужчиной могло быть иначе. Кто знает, если бы ты тогда дала мне шанс... Пожалуйста, давай не будем ворошить прошлое. Лучше подскажи, может, есть какие-то более-менее законные варианты, как нам оформить Катиного ребенка на себя? Так. Ребенок рождается. Сергея записываете как отца в свидетельстве о рождении. Мать передает вам ребенка и линяет в дальние дали. В установленном порядке лишаем ее родительских прав. Сергей – единственный родитель. Ну, а ты усыновляешь малыша по ускоренной процедуре, как его супруга. Так просто? Ну, еще надо будет сделать официальное установление отцовства, раз родители не женаты. Но это несложно. Вова, ты гений! Тогда почему ты меня не любишь? Нет, еще не говорил. Что ты тянешь? Упустишь шанс выйти на новый уровень. Куратор выставки быстро тебя заменит. Антон, ну что я могу поделать? У нее только ребенок в голове. Постарайся вклиниться между подгузниками и ее работой. Хорошо, сегодня точно все решу. Что, ограбила детский магазин? Ну да, немного увлеклась. Немного? Ну, я еще заказала кроватку-люльку и пеленальный столик. Сереж, Лена сегодня делала Кате УЗИ. И она показала, у нас будет мальчик. Замечательно. Андрюша, ты не против? Ну, я просто всегда хотела назвать сына Андреем. Если тебе не нравится, можем выбрать другое имя. А ты не слишком спешишь? Мы ведь даже не знаем, как его на нас оформить официально. Володя подкинул отличную идею. В общем, тебя мы записываем в свидетельстве как отца. Катю лишаем родительских прав. А я потом его усыновляю как твоя жена. Здорово? Что значит меня записываем как отца? Вы идете вместе в ЗАГС. И пишете заявление о том, что ты биологический отец. Потом тебя вписывают в свидетельство. Подожди, подожди. То есть все узнают, что у меня есть ребенок от другой женщины? Ну, кто узнает? Сотрудники ЗАГСа? Да все наши знакомые. Я не хочу, чтобы они подумали, что я тебя изменил. Мил, ну какая разница? Ну, мы-то знаем правду. До остальных нам дела нет. Мне есть дело. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Ну, пожалуйста, сделай это для меня. Ну, пожалуйста. Ну, если ты настаиваешь. Спасибо. И прости, что тебе придется через все это пройти. Да, переживу как-то. А вот еще что. Тут с выставкой заморочки. Куратор берет мои работы при условии спонсорского взноса. 25 тысяч. Как думаешь, соглашаться? Конечно, соглашаться. У тебя денег на карте нет? Я тебе переведу. Как же хорошо все устраивается. Смотри, какая маленькая. Такая маленькая. Машине. Я скоро. Ага. Клавдия Евгеньевна. Да. Воды на шатырь. Да-да, хорошо. Ань, к месту. Откуда такое богатство? По магазину прошлась. Где ты деньги взяла? Агния перевела. Так ты ж их на еду должна тратить, а не
на шмотки. Она мне их переводит для того, чтобы я о себе заботилась. А новые туфли чем не забота? То есть ужин приготовить у нее сил нет, а по магазину хотите есть. Мать тут вкалывает за копейки, она тратит деньги на какую-то ерунду. Мама, хватит, и так голова болит. Еще бы, она не болела. В твоем положении по торговым центрам ходить. Если хочешь знать, только там и ходить. Мне предложили стать лицом магазина для беременных. Буду сниматься для их каталога. Ты знаешь, как это важно для начинающих моделей? Модели? Может, ты модель в своих фантазиях? Ты бы учиться бы лучше пошла. Мама, перестань! Поясницу ломит. Еще бы, не ломила. Что такое? Не знаю, живот болит. Катя. Тихо. Катень, чуть-чуть аккуратно. Слушай, врача, может быть, да? Давай Агнии звонить. Пусть она это везет тебя к этой своей подруге. Телефон. Где телефон? В сумке! Да в какой сумке? Ёлки-палки. Лен, ты на работе? Я к тебе сейчас Катю привезу. Кажется, она рожает. Да знаешь, что рано, самой страшно. Все, я лечу. Да что ж такое-то, а? Черт. Так. Алло, срочно уберите машину с парковки. Я не могу из-за вас выехать. Алло. Черт. Такси. Агния. Нужна помощь? Здравствуйте, где она? А вон она, вон. Как ты? Все болит. Так, дыши. На три счета вдох, на три выдох. Давай, раз, два, три. Ирина Петровна, несите Катины вещи для роддома. А какие вещи? Я не знаю. Ну, что она должна взять с собой? Ночную рубашку, белье. Ага. Где же она? Молодец. Дыши. Сейчас. Молодец. Подержите, пожалуйста. Ставь потихонечку. Поедем к Елене Николаевне. Она нас уже ждет. Тихо. Вов, помоги. Ну, давай. Давай руку. Давай. Осторожно. Опа. Хорошо. Схватки ложные. Роды не начались. Нервничала. С мамой поругались. Ох, Катя. У вас еще месяц до даты родов. Бережемся. С мамой не ругаемся. Гуляем. Есть небольшие отеки, я пропишу тебе, что попить. Когда отдыхаешь, ноги клади повыше. Лен, может быть, ее положить на сохранение у вас? Палату я оплачу. На целый месяц? Я не хочу. Не нужно. Агния, все нормально, просто нервы. Беременность протекает хорошо. Через 2 недели жду вас на плановом приеме. Никаких конфет, тортиков и пирожных. Питание строго по списку. Я купила таблетки от отеков. Проследите, чтобы она их принимала. Ирина Петровна, вы меня слышите? Да-да, она гуляет. У нас сквер тут недалеко. Она каждый день гуляет. Пойдемте. Возьмите. Принимать 3 раза в день после еды. За питанием следите. Как можно следить? Она же не ест. Ничего, надо уговаривать. Она фигуру бережет. Какую еще фигуру? Я зачем ей деньги перевожу? По поводу денег. А вы мне переводите? У меня карточка есть. Я потом все, что надо, куплю. Просто она еду не покупает, а шмоток брала, а еды нет. Я лучше оформлю доставку еды на дом. 3 раза в неделю вам будут привозить готовые блюда. А рацион я с врачом согласую.
Да, или так. До свидания. До свидания. Ну и как тебе, Катя? Нормально. А если честно? А если честно, то что-то я не понимаю, откуда у девочки, живущей в таких условиях, нашлись деньги на прием у Елены. Сколько он стоит, кстати? На единичный прием наскрести можно. По-моему, там наскребать не из чего. Она сама работает? Нет. А мать кто? Уборщица. Если не доверяешь своему врачу, где угодно найдешь деньги. Если не доверяешь своему врачу и нет денег, пойдешь к другому, бесплатному в консультации. Верно? Возможно. К чему ты клонишь? Смотри, какое интересное совпадение. Бедная беременная девочка хочет отдать ребенка. Приходит на прием к дорогому гинекологу, чья лучшая подруга, надо же, как раз, мечтает усыновить малыша. И что? Похоже, девочка не просто так собирала последние деньги на прием. Ты серьезно думаешь, что она знала, что я хочу усыновить ребенка, и то, что Лена моя лучшая подруга? Откуда? Вот и подумай. Кто был в курсе твоих планов? Лена, конечно. А Сергей? Представляешь, 5 картин. У всех по 4, а у меня возьмут 5. Зая, ты меня слышишь? Слышу. Я очень рада за тебя. Я так подумала, тебе надо познакомиться с Катей. Давай все вместе сходим в кафе. Да ну, не стоит. В ЗАГСе познакомимся. Я бы хотела, чтобы Катя посмотрела на семью, которая будет воспитывать ее ребенка. Ну ладно. Добрый день. Здравствуйте. Это Сергей, мой муж. Катя, очень приятно. Взаимно. Спасибо вам большое, Екатерина, за все. Вам спасибо. Я очень рада, что мой ребенок будет расти в хорошей, любящей семье. Агния говорила, вы художник? Верно. Пытаюсь отыскать новое звучание в импрессионизме. Второго Ренуара, конечно, из меня не выйдет, но, может быть, третий или четвертый. Расскажи, Кать, про выставку. Я пока покину вас на 5 минут, ладно? Хорошо. Так вот, он настолько уникален в своей цветопередаче, что перед его последователями стоит фактически нереализуемая задача. Если мы берем цвета, да, и начинаем их сочетать. Мнительная дура. Больше Вовку не слушать. У него одни семейные интриги в голове. Тебе обязательно надо выставить «Мужчину подождем». Она самая прикольная. Но вне темы выставки. Серж, вот она мне так нравится. Просто послушай меня, а это будет бомба. Ты просто ничего не видела из последнего. А я тут все про выставку, но Екатерине это не очень интересно. А хотите, мы вам покажем, как устроили комнату для ребенка? У Агни на телефоне есть фото. Сейчас покажем. Прикольно, мне нравится. Класс. Это все она. Извини, я сегодня не в настроении. Очень устала. Хорошо. Она хорошенькая, правда? Нормально. Не дурочка вроде. Она тебе понравилась? Как мать нашего ребенка, да.
Родины нам не надо. Скорее бы малыш уже был с нами. Уже скоро. Меньше месяца осталось. На моей выставке тоже. Кстати, у меня завтра встреча с куратором. Я даже волнуюсь немножечко. А во сколько у тебя встреча? В 2. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Супер. Ой, секунду. Привет. А меня в рекламе пригласили сниматься, представляешь? Ты чего такая? Твой ребенок от Сергея. Что? Я нашла картину с твоим изображением у него в студии. Ну, мы же виделись в кафе, наверное, по памяти рисовал. Эта картина была нарисована давно. Ну, может, где-то видел. Я же снимаюсь. Ему вопросы задавай. А я задала. И он во всем признался. В чем? Что я от него беременна? Да. Вот идиот. То есть ты? А ты? Господи. Так, спокойно. Все в прошлом. Вообще на эту тему не парься. Мне твой Сережа не нужен. Реально. То есть ты с ним спала? Ты от него беременна, и он тебе не нужен? Ну так я думала, он крутой художник, а он ноль без палочки. Нафиг он мне такой? Да и я ему. Он хорошо при тебе устроился. Кто из вас придумал план с усыновлением? Сергей сказал, что ты давно мечтаешь о ребенке. Дал мне денег на прием у Елены Николаевны. Типа она тебе обо мне расскажет. Неплохо он меня изучил. Но все же хорошо, нормально же устроились. Вам ребенок, мне свобода. И деньги. А что в этом такого? За все нужно платить. Ты знаешь, сколько нужно вкладывать начинающие модели? Портфолио раз в полгода обновлять, в сети продвигаться. Ты же вроде собиралась поступать в театраль. А тебе не все равно? Ты вся такая типа в белом. Сама не можешь родить так радостью, что тебя муж хотя бы на стороне ребенком обеспечит. Хватит! Алло, открой глаза. Это жизнь. Все изменяют. Это мерзко. Если он мне сразу честно признался во всем, я бы тогда, может быть, поняла. А вы врали мне в лицо. Вы сделали из меня полную дуру. А что ты на меня кричишь? Все вопросы к нему. А ты ни при чем. Ребенка ты продаешь. Я у тебя ничего не просила. Ты сама мне денег предложила. Это оплачу, то оплачу, там переведу. Ты думаешь, все можно купить? Я заботилась о будущем своего малыша. Вот дальше ты и будешь заботиться о нем сама. Все наши договоренности отменяются. Thank you.
Зая, ты как раз вовремя. У меня потрясающие новости. Встреча прошла на ура. Так что с сегодняшнего дня твой муж официальный представитель выставки «Живопись. Взгляд в будущее». Зая, ау, ты меня слышишь? Господи, Агния, что случилось? Ничего страшного. Не считая того, что я узнала. Про тебя, про Катю. И вашего ребенка. В смысле? Ты плохо слышишь? Ты отец ребенка. Зая. Избавь меня от этих удивленных глаз. Катя мне во всем призналась. Позировала, потом стала ко мне приставать сама. Я бы никогда. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Теперь знаю. Ну, она мне проходу не давала. А я мужчина. Тогда, может быть, хватит перекладывать вину на нее? Тебе не идет образ невинной жертвы. Вот я как знал, что ты мне не поверишь. Вот поэтому тебе ничего не говорил. Как представил себе вот этот вот адвокатский взгляд, так и все. Камни, прости, мне сейчас невыносимо тяжело. А мне? Ты же не просто изменил мне. Ты врал мне все это время. Ты сыграл на самом дорогом, на ребенке. Катя не могла знать, что я хочу установить малыша. И то, что Лена моя подруга. Значит, это все придумал ты. Ты просто издевался надо мной. Прости меня. Прости меня, я боялся тебя потерять. А может быть, деньги, которые я тебе даю? Не смей это говорить. Я хотел сделать как лучше для тебя. Ты мечтала о ребенке. Я думал о тебе. Обо мне? Я люблю тебя. Мы справимся вместе. Не трогай меня. Ты мне противен. Собирайся и уходи. Наша компания недавно расторгла контракт с одним из топ-менеджеров. Досрочно. При этом ему была выплачена солидная сумма компенсации. Это было прописано в его контракте? Да, так называемый золотой парашют при увольнении. Так вот, мы с Вадимом Семеновичем, как остальные наши акционеры, считаем, что выплата была произведена необоснованно и незаслуженно. Почему? Работал плохо. Он не то, чтобы нам прибыль не принес. Мы с ним в минус ушли. Ну, какие могут быть золотые парашюты, еще и в таких размерах? А что сказано в его контракте об условиях выплаты? Выплата только в случае выполнения обязательств в полном объеме, в том числе при положительной эффективности действий топ-менеджера для компании. У него в совете директоров наверняка есть свой человек. Мы даже догадываемся, кто. Вот он и протолкнул решение выплате. Чтобы оспорить выплату компенсации в суде, нужны доказательства. Веские доказательства того, что действия менеджера нанесли компании материальный ущерб. Мы найдем документы и поднимем все контракты. Агния Евгеньевна, мы хотим, чтобы вы представляли нас в суде. Спасибо за доверие. Тогда будем работать.
Как зовут ответчика? Михаил Корничук. Хорошо. Тогда на связи с Агнией Евгеньевной. Ждем документы. Угу. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Процесс обещает быть громким. Я тебя поздравляю. Наталья Петровна, я должна вас предупредить. Я знакома с Корничуком. Мы учились с ним вместе в университете. Это тебе помешает? Ни в коем случае. Вот и отлично. Что у тебя с лицом? У тебя все в порядке вообще? В полном, Наталья Петровна. Хорошо. Ну, свинарник ты тут развел. Ну, так бери тряпку в руки и вперед. А ты меня ни с кем не перепутал? Ой, тебя перепутаешь. Это от уборщицы хоть есть толк. Что ты вообще приперлась? Я рожаю, ты не забыл? Мне деньги нужны. Жена твоя наобещала золотые горы и соскочила. А мне теперь что, в городском роддоме рожать? В бюджетном отделении? Логичный финал, учитывая, что ты сама виновата. Запорола мой прекрасный план по своей дурости. Это я запорола? А кто? Надо было ротик свой-то прикрыть. Мазню надо было свою выкинуть. Пикассо, блин. Сделай сама что-нибудь сначала, а потом выкидывай. Так а раз ты такой работяга, деньги где? А нет у меня денег. Гри больше, а как же половина совместно нажитого? По брачному договору никакой половины. Вот это мое и мотоцикл. Так продай мотоцикл. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Да, Катенька? А ты бери картинами. И что мне с ними делать? Печку топить? Никакого от тебя толку. Все самой придется. Разве алкоголь и антидепрессанты смешивают? А я не смешиваю. Я чередую. И дверью не хлопай! На помойку? Конечно, нет. Отправлю курьерской службы Сергею. Меньше всего сейчас хочется с ним встречаться. Какая же он сволочь. Еще меня в это впутал. Мне так перед тобой неудобно. Ты тут ни при чем, Лен. Очень даже при чем. Повелась как идиотка на бронье. Обрадовалась дурище. Побежала тебя уговаривать взять ее ребенка. Если бы я ей не поверила. Ну а как ты могла не поверить? Он все так точно рассчитал. Вот как мне теперь с этим жить, а? Ни мужа, ни ребенка, ни семьи. Так, так. Только не раскисай. Все еще у тебя будет. А ребенка можно и без мужа взять из детского дома. А мужчина? Да черт с ними, с мужчинами. Пусть они за тобой бегают. Знаешь, сколько парней умрет от счастья, если ты обратишь на них внимание. Может, пусть лучше живут? Пусть. Все как-то устроится, родная моя. Надо только немного подождать. Может, все-таки на помойку? Привет. Привет, Володь. И снова прими мои поздравления. С чем это? Ну как же. Дело золотого парашюта. Уже все в курсе. Готовься. Журналисты на тебя набросятся, как голодные акулы. С чего это такой интерес? Острая тема. Такие заголовки будут. Корпоративная роскошь. Миллионы за увольнение. Адвокат на страже справедливости. Ай, про меня такого никто не напишет. Развод и дележка детей никого не интересуют.
Это пока ты не займешься разводом звезд. Звезды ко мне не обращаются. Нет, надо менять специализацию. Не меняй, пожалуйста. Мне будет нужна твоя помощь. Я хоть и не звезда, но тоже развожусь. Привет, Левушка. Грустил? Да нет, с чего это? Да ладно тебе, Васечек. Меня-то тебе чего стесняться? Все были уверены, что генеральный филиал должен стать крестом. Ну и что? Электронная сигарета. Расслабься, Славко. Вот только когда он вернулся, я ему стала абсолютно не нужна. Насколько мне известно, ты здесь тоже времени даром не теряла. Не выключай, я смотрю. Ты спишь. А ты повставай в 5 утра со мной. Может, мне еще пить с тобой? Надо же как-то расслабляться. После работы. А что ты, а что назад все притащила? Ты же хотела вернуть. У меня приняли только туфли. Дура ты, Катька. Ну все, сиди теперь без денег, зато в люксе. Я попробую продать через интернет. Ты попробуй лучше работу. Ищи. Зарабатывай. Хватит уже матери на шее сидеть. Мужиков себе нормальных найди. Мама, какие мужики? Какая работа? Мне рожать через 2 недели. Катя! Прямо Ромео. Чего он приперся? Вообще-то это отец твоего ребенка. Кать! Да выгляни. Ну скажи, пусть поднимается. Не буду ему ничего говорить. Пусть валит туда, откуда пришел. Ну, дурень-то ты. Радоваться надо, что пришел. Какой-никакой отец у ребенка. Может, заживете, как нормальные люди. Катюша! Да позови ты его, ну, орет на весь дом. Может, перед соседями стыдно. Так, еще запроси у них протокол собрания Совета акционеров, на котором они постановили прекратить сотрудничество с Нортранскомом. Что-то еще? Да, еще нужны все документы, подтверждающие, что после этого заседания Корнечук продолжил работу с Нортранскомом или его дочками. Подписанные контракты, выставленные счета, счета фактуры, платежки. Нам нужно доказать, что по его инициативе проводилась активная деятельность, несмотря на запрет акционеров. Угу, хорошо. Кстати, снова звонили журналисты, спрашивали, будут ли комментарии по поводу дела Корнечука. Будут. После того, как мы получим решение суда. А сейчас нужно не комментировать, а работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Осторожно. Ирина Петровна. Да. Это вам. Ну что, ну зачем это? Ну, есть что отметить. У меня тут прошла выставка. Картины активно продаются. Ну, поздравляю. Это же здорово. Я тогда пойду на стол накрою. А вы тут поговорите? Сынок, когда на выход? Руки убери. Кать, ну что ты как не родная? Я к тебе пришел предложение делать, а ты руки убери. А ты уже развелся? В процессе. Мы с тобой будем богемная семья. Ты снимаешься, я пишу. Так ты ищешь на чью шею присесть? Это не ко мне. Я не твоя дурочка Агния. Лучше бы ты деньги принес. А ты только о деньгах и думаешь. А ты со своей юристкой по большой чистой любви жил? Не смеши меня! Дура, ну что ты понимаешь вообще, малолетка? Да пошел ты! Да не ори на меня! Ты идиот, я не ору, я рожаю! Ирина Петровна! Ирина Петровна! Алло?
Привет, Агаша. Это кто? Что, старых друзей не узнаешь? Корнейчук. Что ты здесь делаешь? Тебя жду. Хочу пригласить старинную подругу в ресторан. 100 лет не виделись. Но ты же знаешь, что как адвокат противоположной стороны я не могу ходить с тобой по ресторанам. Давай хотя бы в машине пообщаемся. Как в старые добрые времена. Вообще-то я спешу. Неужели не интересно узнать, что я хочу тебе сообщить? Хорошо. Только в моей машине. Желание женщины – закон. Прекрасно выглядишь, Агаша. Как жизнь вообще? Замужем? Миш, давай без дружеского трёпа. О чем ты действительно хотел поговорить? Ну, то, что между нами было, точно не дружба называется. А клиенты в курсе, что у нас роман был? Студенческий роман. Они в курсе всего, что касается дела. Так что ты хотел? Все та же прямолинейная Агния. Да. Я хочу, чтобы ты дело проиграла. Всего-то. Ну, это же какая мелочь. Если те козлы-акционеры добьются отмены выплат, это отразится на моей деловой репутации. Моим новым боссам это не очень понравится. Это, конечно, печально. Но как технически я могу проиграть? Как ты себе это представляешь? Так тебе ничего особо делать не придется. Так, заиграешь один документ, который указывает, что я принял, возможно, спорное решение. Ну или сделай так, чтобы судья не придал ему значения. Короче, не мне тебе рассказывать. Я не буду это делать. А ты не спеши отказываться. Что тебя ждет у Золотаревой? Максимум партнерства. А я предлагаю юридический отдел международной корпорации с перспективой через год стать главой департамента. А давай уж сразу президентом. Я серьезно. Ты нужна мне в команде? Хватит уже разменивать себя на мелочи. Даже не знаю, что меня больше возмущает. То, что ты думаешь, что я могу предать клиента, или то, что ты считаешь мою работу мелочью. Я так не считаю. Уходи. И запомни. Еще один такой разговор, и судья об этом узнает. Скажи, а принципы не особо мешают в личной жизни, а? Наконец-то! Ну где тебя носит? Пошли быстро! Куда? Ребенок где? Случилось что? Садись, пиши. Что писать? Отказ. Я, не подумав, писала тебя как отца. Теперь тебе тоже нужно написать отказ. Опеке так будет проще, меньше возни с документами. Стоп, подожди, я... Должен отказаться от ребенка? С какой стати? А зачем он тебе? Я свое уже подписала. Давай, не тупи. Но я не хочу. Подписывай. Слушай, что ты вообще устроила? Это же наш сын. Ну так иди и забирай нашего сына, только без меня. Ну вот куда тебе, младенец? Ты совсем рехнулся, что ли? Пиши. И что? И как я один? Агния,
Да ответь же ти. Залиште голосове повідомлення після сигналу. Алло? Это из 6-го отделения полиции беспокоит. Сергей Владимирович Коронец, ваш супруг, погиб в ДТП. Зай, это я. Малыш родился. Катька от него отказалась. Может, отыграем все назад? Ты должна меня простить. Я дурак, но парня-то жалко. Чего ему в детдоме-то? Одному расти при живом-то отце. Я не справлюсь без тебя. Начнем сначала. Перезвони мне, хорошо? Обязательно. Нет, копия не подойдет. Мне нужен оригинал договора с Нортранскомом. Может понадобиться графологическая экспертиза подписи Корнечука. Это основное доказательство ущерба от его деятельности. Несколько миллионов убытков только по этому договору. Так что я жду оригинал. Может, тебе отгул взять? Похороны все-таки. Какой отгул? И так времени на что не хватает. Ты только не молчи. Обращайся, если что нужно. По-моему, я только и делаю, что к тебе обращаюсь. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, да? Прости, Володь. Я не могу сейчас говорить о таких вещах. Все слишком тяжело. Это ты меня прости. Слушай. А может быть, эту поставим в центр? Убери вообще. Сережа ее не любил. Люди придут помянуть его. Хочется, чтобы здесь были его лучшие работы. А что потом будешь делать с картинами? Передам агенту. Пусть выставляет или продает. Может, хоть после смерти к нему придет успех. Надо к ней съездить. Она, наверное, захочет проститься. Позвони. Мне проще съездить. Хочешь узнать про малыша? А я думал, ты закрыла эту тему. Катя! Катя!
Что тебе нужно? Похороны завтра в 12. Потом поминки у него в мастерской. У меня завтра весь день съемка. А с кем ребенок будет? С добрыми тетями из детского дома. Сергей мне сообщил, что ты от него отказалась. Я думала, он соврал. Я, в отличие от тебя, своих решений не меняю. И не я одна от него отказалась, и ты, и твой любимый Сереженька тоже. Мне жаль. Жаль ей. Обращайся в опеку, забирай его у государства. Геморна зато бесплатно. А это за мной. Здесь у нас самые младшие члены нашего дружного коллектива. Те малютки, о которых мы говорили. Вот. Лиза, Марьяна. А тут Андрей. Андрюша. Какой он маленький. Эй. Привет. Мальчик спокойный, улыбчивый, без каких-либо отклонений и задержек в развитии. Очень редкий случай в наших условиях. Беспроблемные роды, ни наркотиков, ни наследственных заболеваний. Позже я покажу вам его медицинскую карту, сможете убедиться. Он чудо. Красавец. Видимо, мать решила делать карьеру модели, а ребенок оказался не нужен. Мы с вами на одной стороне. Я всегда открыта к диалогу. Наш дом малютки один из лучших в этом городе. Хотя мы и испытываем постоянные финансовые трудности. Я была бы рада помочь. Дайте мне реквизиты для перевода. Мы будем очень благодарны. Лучше наличными. Через банк, бывает, средства долго идут. А есть какая-нибудь информация о его биологических родителях? Для меня это важный момент. Я вас очень хорошо понимаю. Все приемные родители беспокоятся о возможных проблемах с наследственностью. Но вы меня понимаете. Имена, фамилии, адреса. Я не имею права разглашать. Конечно. Ну, хотя бы в общих чертах. Но, как я уже говорила, абсолютно здоровый ребенок. Без каких-либо нежелательных нюансов. Родился 5 мая. Мама молодая, здоровая. Написала отказ сразу после его рождения. Отец, к сожалению, погиб 9 мая этого года. Нет-нет, никакого криминала. ДТП. Я уверена, это ребенок Кати и Сергея. Почему? Спасибо. Спасибо. Совпадает по датам. И потом Светлана Юрьевна упомянула, что мать модель. Он даже немного на Сергея похож. Я когда его увидела, сердце в груди подпрыгнуло. Я же десятки анкет просмотрела. Ни с одним ребенком такого не было. И что будешь делать? Готовить документы для усыновления. Не боишься? Будешь смотреть на него, вспоминать все, что было? Вов, после смерти Сергея это все уже совсем не важно. Новая жизнь важна. Новый человечек.
Он такой забавный. Если бы ты его видел, ты бы меня понял. Значит, занятия в понедельник, вторник, четверг. Поняла. Да, документы вышли на почту. Спасибо. Прислали только что с курьером. Тут все. Бухгалтерский отчет, протокол собрания акционеров и договор с Нордтранскомом, подписанный Корнейчуком. Все оригиналы. Наконец-то. Отлично. Это же 100% победа. Спасибо. Мальчик спокойный, улыбчивый, без отклонений и задержек в развитии. Между нами очень редкий случай. А что здесь происходит? Почему вы показываете моего мальчика? Что значит вашего? Агния, дорогая, как хорошо, что вы заглянули. Мне надо с вами поговорить. Дина, Олег, я прошу прощения. Пройдите, пожалуйста, я прошу вас. Идемте, идемте, идемте. Вы не имели права никому показывать Андрея. Вы нарушили наши договоренности. В первую очередь я думаю о благе мальчика. То есть они благо, а я нет? Агния, успокойтесь. Послушайте меня. Назаровы, полная семья, обеспечены. Живут в частном доме с большой придомовой территорией. Ну вы же понимаете, насколько Андрею будет лучше расти в таких условиях. Ему будет лучше с любящей матерью. И отцом. Не будьте эгоисткой. Наша общая задача сделать так, как будет лучше для мальчика. А для вас я найду другой очень хороший вариант. Как раз об этом я и хотела с вами поговорить. Сколько они вам заплатили? Может быть, устроим аукцион? Или мне обратиться в прокуратуру по вопросу торговли детьми? Ваши угрозы неуместны. Вы сделали добровольное пожертвование нашему дому малютки. Учтите, я им не уступлю. И никакие другие варианты мне не нужны. Наконец-то у нас будет сынок. Он тебе понравился? Малыш чудесный. Только я не понял, что это была за женщина. Да там одна тоже претендует на Андрюшу. Директриса мне рассказывала. А ей что, отказали? Ну да. Извините, пожалуйста, мы можем поговорить это по поводу Андрея? Мы спешим. Мы вас слушаем. Светлана Юрьевна не должна была показывать вам Андрюшу, потому что я его уже усыновляю. Я заканчиваю школу приемных родителей. По документам мальчик свободен. Понимаете, это сын моего... очень близкого мне человека, который умер. Андрюша фактически мой сын. Мы не знали. Нас это не касается. Мы свой выбор сделали, а вы говорите с директором. Кошмар, как ей не стыдно. Да, Светлана Юрьевна не должна была нам его показывать, раз эта женщина его уже усыновляет. Директриса как раз все правильно сделала. Давай посмотрим кого-то еще. Ну, ты знаешь, как сложно найти здорового младенца. Не хочу никого смотреть. Пусть эта дама смотрит. Ну, ты же слышала, там исключительный случай. Ребенок для нее не посторонний. Очень даже не посторонний. Андрюша, сын ее погибшего мужа от любовницы. Угу. Откуда ты знаешь? Светлана Юрьевна рассказала.
А ей сама эта женщина поведала. Наверное, хотела на жалость надавить. Но она все равно не имела права разглашать личную информацию. Да и спасибо, нужно сказать, дорогой мой. Андрюшу ни в коем случае нельзя отдавать этой женщине. Вдруг она захочет отыграться на нем за обиду. Ну, если так. Никому тебя не отдам. Не сомневайтесь, Вадим Семенович. Вы же предоставили неоспоримые документы, которые подтверждают вашу правоту. Во сколько начало заседание? В 11. Ой, простите, в 12. Может быть, еще раз пройдемся по моим показаниям? Я не хочу, чтобы они выглядели отрепетированными. До завтра, Вадим Семенович. Ну что ж, до свидания. Хорошо, что я тебя застала. Уже убегаю, Наталья Петровна. Хочу предложить тебе взять еще одно дело. Завод обвиняет мне достаточно очистки источных вод, несмотря на недавнюю модернизацию. Как раз твой профиль. Отлично. Я беру. До свидания, Наталья Петровна. У меня через час аттестация в школе. А потом хочу еще успеть заскочить к малышу. Ты только в клушу не превращайся, пожалуйста. Мне нужна моя прагматичная Агния. Ни в коем случае. Поработаю дома. Хорошо. Не плачь только. Ну, пацан, ты чего? Тихо, 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 тихо. Ему так неудобно. Дайте мне. Да. Тихо. Ну, у вас здорово получается. Значит, вы решили не отказываться от Андрюши? Так будет лучше. То пусть органы опеки решают, как будет лучше. Я согласен. Но предлагаю при ребенке держать нейтралитет. Разумеется. Хотите подержать? Да. Держите. Обязательно придерживайте под спинку. Да, вот так. Вот так? Да. Держу. Ну что, парень, так тебе нравится? Он любит играть. Андрюша. Ку-ку. Ку-ку. Олежка, ты такой измученный. Проблемы на работе? Да нет. Просто на новое СТО пришли. 3 подъемника. Надо было за ребятами все принять, проверить. А еще я успел заехать к Андрюше. Я тоже хотела, но закрутилась. В следующий раз вместе. Я просто мимо проезжал, захотелось его увидеть. Как там наш Андрюша? Хорошо. Еще я там встретил эту женщину, Агню. Ну, здрасте. Она продолжает к нему ходить? Ну, имеет право. Я не хочу, чтобы эта женщина находилась рядом с нашим ребенком. Надо поговорить с директрисой. Дина, он пока не наш ребенок. Ты передумал его усыновлять? Нет, но просто пока нет решения опеки, он ничей. Да и пусть Агния его навещает. Чем больше вокруг него людей, которые его любят, тем лучше для парня. Тебе так не кажется? Держи, Маша Растерёша. Волочка, спасибо. Ты меня просто спас. Слушай, не завтра? Угу. Не могу сосредоточиться. Голова болит, мысли всякие. Из-за дела? Из-за Андрюши. У меня появились конкуренты.
Некий Олег Назаров с супругой. Но у них есть шансы. И неплохие. Он, оказывается, известный человек в своей области. Я пробила. Владелец автосервисов, занимается благотворительностью. Жена – идеальная домохозяйка, любит детей. Я на фоне их образцовой семьи проигрываю по всем пунктам. Да не говори ерунду. Доход у меня явно меньше. Мужа нет. Так, может, тебе выйти замуж? Так где взять-то его? Мужа. Да вот он. Готовенький. Володь, я... Не пугайся. Я понимаю, этот брак будет фиктивный для опеки. Никаких обязательств. А тебе это зачем? У меня появится надежда, что когда-нибудь ты ответишь на мои чувства. Просто подумай над моим предложением. Хорошо? Учитывая все вышеизложенное, на собрании акционеров было решено прекратить сотрудничество с компанией Nordtranscom и ее дочерними предприятиями. Вот протокол собрания. Несмотря на это, через месяц господин Корничук заключил с компанией Nordtranscom новый контракт, который принес его компании многомиллионные убытки. Вот финансовый отчет о деятельности компании, подтверждающий это. Таким образом, господин Корничук нарушил ключевое условие выплаты компенсации. Своей деятельностью он нанес компании существенный ущерб. Мы просим, уважаемый суд, признать выплату компенсации господину Корничуку незаконной и обязать его вернуть всю сумму. А сам контракт у вас есть с подписью ответчика? Да, конечно. Минуточку. Агния Евгеньевна, мы вас ждем. Прошу прощения, Ваша честь. Этот документ точно был здесь. Ваша честь, к сожалению, я не могу сейчас предъявить контракт с Nordtranscom. Он пропал. Сегодня было вынесено решение по резонансному делу о выплате золотого парашюта, вот той самой компенсации Михаилу Корничуку. И знаете, в данном случае слово «золотого» можно не считать метафорой, потому что сумма такая, что позавидовал бы любой. Я не сомневался, что суд примет справедливое решение. Я всегда действовал в интересах своей компании. Также судья Шевченко подтвердил законность выплаты баснословного золотого парашюта. Вот адвокат ИСОВ Агния Коронец, юридическое бюро «Золотаревые партнеры» потерпела буквально сокрушительное поражение, когда не смогла предоставить суду документы, доказывающие вину Корничука. Вот чем объяснить такой вот провал опытного юриста, не знает никто. Но самое интересное, нам удалось получить информацию из надежных источников о том, что в студенческие годы у Коронец и Корничука был роман. И вот главные вопросы, которые сейчас интересуют всех, возможен ли преступный сговор между ними и что теперь? Агния Евгеньевна, вас Золотарева вызывала. Наталья Петровна, я не знаю, как так вышло. Накануне перед уходом из офиса я все проверяла. Договор был. Кажется. Меня больше интересует твоя связь с Корничуком, о которой трубят все СМИ. Я говорила, что мы знакомы. Да, только ты забыла упомянуть, что вы были любовниками. А что тебе пообещал Корничук? Оно того стоило? Наталья Петровна, вы можете меня обвинять в халатности или небрежности. Я слова не скажу. Никакого сговора не было. А ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? А вы мне верите? Она еще спрашивает. Факты говорят сами за себя, и дело в суде проиграно по твоей вине. Фирма еще не скоро оправится от этого оглушительного позора. Мы из-за тебя потеряли перспективных клиентов, и я не удивлюсь, если они захотят подать на тебя жалобу.
Я все исправлю, мы подадим апелляцию. В моей фирме ты больше ничего никуда не подашь. Наталья Петровна, ты... Скажи спасибо, что я разрешу тебе написать заявление по-собственному. Ты свободна. Добрый день, это Агния Коронец. Я отправлял вам свое резюме. Добрый. Мы больше не набираем сотрудников в юридический отдел. Спасибо, всего доброго. До свидания. Здравствуйте, это Агния Коронец. Я отправлял вам свое резюме. Мы навели справки, вы нам не подходите. Какие обязанности? Да все подряд. Ответы на звонки, прием клиентов, заключение готовить. Если надо, договоры, конечно. Документация в целом. А по каким вопросам обычно обращаются клиенты? Как правило, наследство там, взыскание задолженности, соцобеспечение. Квартиры иногда бывает проверяют перед покупкой. В общем, масштаб не тот, к которому вы привыкли. Ничего, я быстро адаптируюсь. Поток клиентов большой. На работе порой придется задерживаться. Но если вдруг куда-то надо будет отойти в течение дня, мы всегда договоримся. У вас дети есть? Пока нет. Ну как? Получила работу мечты? Не ерничай. Нормальная работа. И зарплата хорошая. Для такой фирмы – да. А для тебя? А для меня все лучше, чем сидеть в четырех стенах и ждать, пока все забудут о моем провале с делом Корнейчука. Не могу поверить. Ты и в таком месте. Неужели не нашлось ничего получше? Ты думаешь, я не искала? Десятки юрфирм обзвонила. Это первое место, куда меня позвали на собеседование. Может, все-таки стоит подождать? А что я в опеке скажу? Меня без работы даже рассматривать не будут. Ну, если ты рада, то и я рад. Поехали. Хочу приготовить для тебя особенный ужин. По поводу? Узнаешь. Хорошо. Спасибо. Давай помогу. Я сам. Так что же мы все-таки отмечаем? Не мою же новую работу? Нет. Мою. Я тоже ушел от Золотаревой. Почему? Из-за тебя. Володь, ну зачем? Противно видеть эти рожи. И вообще, контора
которая так легко выкидывает за борт своего лучшего юриста, обречена на провал. И куда ты устроился? Позвольте представиться. Руководитель юридического департамента международного холдинга Rest and Trade. Отлично. Супер. Ничего себе. Да. Но это не совсем твой профиль. Думаешь, я не способен перейти от разводов к корпоративным разборкам? Нет, что ты. Я тебя поздравляю. Это здорово. Просто такой резкий поворот. Я подумал, когда, как не сейчас. Да и разводы, если честно. Я перерос. Прошел квалификационную аттестацию и вперед. Ты молодец. Золотарева, наверное, обалдела? Есть такое. Как только осмотрюсь, попробую перетащить тебя к нам. Он уже говорит агу. И вот так вот держит голову. Такой серьезный, старательный. Ты у него каждый день бываешь? Почти. У тебя так глаза горят, когда ты о нем говоришь. Если бы еще детей давали за горящие глаза. А ты выходи за меня замуж, тогда точно дадут. Ты подумала? Фиктивный брак – отличная идея. Согласись. Соглашусь. Ему не обязательно быть фиктивным. Пожалуйста, а где Андрей? А вам разве не сказали? Олег Николаевич, здравствуйте. Это Светлана Юрьевна. Я просто не смогла дозвониться до вашей супруги. У меня не очень хорошие новости. Андрей в больнице. У Андрея пластическая анемия, заболевание кровотворной системы. В данном случае мы полагаем аутоиммунной природы. Но это лечится? Да, полное излечение возможно при удачной трансплантации костного мозга от подходящего донора. А кто может быть донором? В принципе, кто угодно. Не обязательно совместимость групп и резус-факторов крови. Главное, чтобы была генетическая совместимость. Мы уже направили запрос в банк доноров, но вариант первого выбора – это, конечно же, ближайшие родственники мальчика. У такого материала намного больше шансов успешно прижиться в организме пациента. А у какого материала? Добрый день. Вы мне позвонили насчет Андрея. Денис Владимирович, вас срочно главврач вызывает. Извините, я уже все рассказал вашей супруге, она вам объяснит. Здравствуйте. Жаль, что отец мальчика погиб, а мать от него отказалась. Да, но она не откажется спасти жизнь своему малышу. Директриса вряд ли нам даст ее данные, хотя может сделать исключение. Я позвоню ей. Не надо, у меня есть контакт Андрюшиной мамы. Набраний вами номер не обслуговується. Ладно. Я знаю, где она живет. Отлично, поехали, я с вами. Ну, то есть за вами. Поехали.
Олежка, привет. Представляешь, только что получила приглашение. Какое еще приглашение? Здрасте. Я тебе вчера говорила, на благотворительный вечер у Руденко. Я боялась, что он нас проигнорирует, как в прошлом году. Но нет, только что курьер принес. Дина, мне сейчас неудобно говорить. А где ты? Мы с Агнией едем к биологической матери Андрея. Зачем? Андрюша в больнице. У него обнаружили генетическое заболевание. В общем, я перезвоню тебе потом. Я сейчас за рулем. Хорошо, давай. Приветики. Здравствуйте. А что надо? Добрый день, Ирина Петровна. Обзовите Катю, пожалуйста. Катя? Съехала. Куда? Какое твое дело? Ирина Петровна, пожалуйста, это очень важно. Мне нужно с ней срочно поговорить. Оставьте мою девку в покое. Кого это тут нужно оставить в покое? Гоша, пойдем. Какая штучка. Позвольте вас пригласить к нашему столу, мадам. Ирина Петровна, прошу вас. Нет, ну так нельзя. Надо выпить по 100 грамм на брудершафт за здоровье нашей дорогой именинницы. Угомонись ты уже. Сядь за стол, пожалуйста, Гоша. Заходим, заходим. Не трогайте меня. Так, руки убери. А кто это тут у нас такой дерзкий? А? Вас попросили убрать руки и не мешать разговору. Я тебя сейчас в общем... Иди ты! Иди сядь! Уходите уже. Ирина Петровна, умоляю вас, дайте мне адрес Кати. Ее мальчик очень болен. Она нам нужна. На. Сядь, я тебе сказала. Вы меня не уважаете. Да уважаю я тебя, уже сядь. Больно. Терпимо. Я не думала, что вы такой Рэмбо. Сам не думал. Главное, мы раздобыли адрес. Ты раздобыла? То есть вы? Я думаю, что после такого боевого крещения мы вполне можем перейти на «ты». Отлично. Ну что, рванем туда? Дальше я сама. В больнице не подумала. Понимаешь, скорее всего, у нас с ней будет непростой разговор. Уверена? Да. Просто эта девушка Катя и мой муж... Да, Светлана Юрьевна просветила. Тогда ты меня понимаешь, да? Хорошо, держи меня в курсе. Хорошо. Пока. Уж меня простите, Диночка, но я никак не могла предвидеть, что с Андреем так получится. По всем документам был абсолютно здоровый малыш. На будущее хотелось бы избежать таких сюрпризов. Разумеется. Мы с мужем посоветовались и решили отказаться от Андрюши. Мы рассмотрим варианты девочек. Постарше. Год, полтора, чтобы было ясно, что с ними все в порядке. Разумеется, я компенсирую вам ваши хлопоты. Конечно, конечно, не беспокойтесь. Я буду лично все тщательно проверять. Не хотелось бы снова испытать такой стресс. Я, конечно, желаю здоровья детишкам, но морально я не готова. Понимаю. Добровольно взвалить на себя такой крест. Мы же не святые. Давай попозже. Сейчас массажистка придет, потом нужно будет 2 часика отдохнуть. Угу, хорошо. Через 2 часа. Ой, а вот и она. Все, Дашуль, давай. Чмоки, до встречи.
ты? Твой ребенок болен. Трансплантация костного мозга – единственный шанс его спасти. Ты должна сдать кровь на анализы. Все-таки ты его мать. Ты его все-таки забрала? Пока нет. Сейчас главное его вылечить. Ну, удачи тебе. Ты согласна сдать анализы? Нет, не согласна. Кать, ты что, он же твой сын. У меня нет сына. Я написала отказ, перевернула страницу и пошла дальше. Так нельзя. Мы говорим о жизни малыша. А я говорю о своей жизни. У меня расписание забито на 2 месяца вперед съемками. Видишь? У меня карьера, я лицо ювелирного бренда, я встретила мужчину, который меня достоин. Я счастлива наконец-то. Я рада за тебя, но тебе всего лишь нужно сдать кровь. Это же несложно. Его вылечат и без меня. Есть же доноры, благотворительность, не знаю, что там еще. Он же ни в чем не виноват. Я прошу тебя, поехали в больницу. Ты только на него взглянешь и сама все поймешь. Оставь меня в покое. Сама уйдешь или мне охрану позвать? Еще и по лицу из-за нее получил. Ну, при чем здесь Агния? Ну, пьяных дураков везде полно. Я считаю, глупо рассчитывать на помощь этой Кати. Есть же банк доноров, врачи подберут кого-нибудь. Она отказалась от ребенка еще в роддоме. С какой стати соглашаться на рискованную процедуру? Неизвестно, какие могут быть последствия после всего этого. У тебя тоже. У меня какие могут быть последствия? А как ты с такой физиономией пойдешь на благотворительный прием? Я не уверена, что удастся замаскировать. Да не собираюсь я никуда идти. Сейчас не до этого. Если ты хочешь, иди одна. Одна я не пойду. У меня что, мужа нет? Этот прием в первую очередь важен для твоей фирмы. Это же реклама. Полезные связи. Нельзя там не появиться. В конце концов, Руденко может обидеться. Ну и фиг с ним. Малыш болен. Ты не забыла? Ну и что? Жизнь из-за этого не должна останавливаться. Это я. Катя не будет ничего делать. Я не смогла достучаться до нее. Понял. А родственники отца? Ты с кем-нибудь из них общаешься? Мать умерла давно, а отца он не знал. Ну, тогда остается последний вариант. Бабушка, мать Кати. Ирина Петровна, верно? Теоретически она тоже может быть донором. Я тоже о ней подумала. Только сегодня она вряд ли сможет в больницу подъехать. И согласится ли вообще? Давай попробуем завтра с утра ее уговорить. Это что за черт? Что еще случилось? Машина не заводится. Я сейчас подъеду, отбуксирую тебя в сервис. Ты куда? У Агни машина сломалась. Пусть эвакуатор вызывает. Там мой сервис недалеко. Да хоть 100 сервисов. С какой стати ты должен чинить машину этой женщины? Эта женщина, между прочим, из кожи вон лезет ради нашего сына. Так, во-первых, это еще не наш сын. А во-вторых, она это все делает, чтобы у нас его отобрать. Неужели тебе не ясно? Мне ясно только одно. В первую очередь она думает о ребенке. Хорошо. Спасибо. Прогони диагностику по полной. Начни с двигателя. Если еще что найдешь, занимайся. Счет мне. Окей. Давай. До завтра все проверят. Спасибо тебе большое. Когда поедет, тогда и будешь благодарить. Еще можем поставить GPS-трекер, если хочешь. А разве надо? Машина дорогая, угонщики такие любят. А у тебя только штатная сигнализация. Трекер – штука полезная.
Ты хороший бизнесмен. Без дополнительных услуг клиент не отпускаешь. Мы еще и развозом клиентов занимаемся. Куда тебя подбросить? Спасибо, Олег, не надо. Сколько я могу тебя напрягать? Я позвонила, меня заберет. Друг. Ну, как скажешь. Но к маме Кате завтра вместе. Хорошо? Ладно. Давай договоримся. В следующий раз, если у тебя что-то случится, ты позвонишь мне, а не будешь обращаться к посторонним мужикам. Общее дело сближает, знаешь ли. Так что Олег уже не посторонний. И потом все равно всерьез надо было бы обращаться. Так почему не к нему? Просто звони мне. Хорошо. У тебя на завтра какие планы? Едем с Олегом к Катиной маме. Опять? Вы же сегодня у нее были. Будем уговаривать ее на донорство. Этим Назаровым с тобой очень повезло. Не поняла. Далеко не каждый на твоем месте стал бы сотрудничать с людьми, которые, ну, давай будем говорить откровенно, могут отнять твоего ребенка. Да при чем тут это? От наших усилий зависит его жизнь. Тут с кем угодно будешь сотрудничать. Хорошо. Делай, как считаешь нужным. Они такие чудесные. Спасибо. Прошедшим днем рождения вас. В прошлый раз мы не подготовились. Ну, что же, вы же не знали. Там с этой дракой так неудобно получилось. Вы меня простите, пожалуйста. Олег, это вы... Гошка, он вечно ищет приключения на свои кулаки. Он нас не сильно... Ерунда. Да. Может, чайку? С удовольствием. Огня, да? Да. Пожалуйста. Я вчера была у Кати. Я знаю. Она меня уже отругала вместо поздравлений за то, что я адрес ее дала. Ой. Ничего, вот она как решила, так она и сделает. Так что не лезьте вы к ней, ради бога, с этим ребенком. Ничего она не будет делать. Но он же может умереть. Я понимаю. Ну, я бы так, конечно, не смогла. Все-таки детеныш родной. Ну, что поделать? Ну, вам Андрюша тоже не чужой. Вы же бабушка. И что? Вы тоже можете стать донором. Это несложно. Вам сначала нужно сдать общие анализы, а потом провериться на генетическую совместимость. Не буду я ничего делать. Меня еще инвалидом сделаете. У меня давление, знаете, как скачет? Каким инвалидом? Операция проводится под общим наркозом. Да. Вы проведете не более 2 дней в стационаре. Нет, 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 я боюсь. Не. Все, она решила. Я с ней. Только что говорили, детеныш родной. А как сделать что-то для родного внука, так сразу на попятную? Вы такая же, как и Катя. Без чувств и без сердца. Так, знаете что? Убирайтесь вместе со своими цветочками. Давайте. А вот мама с дочкой похожи. Обе красавицы. Ирина Петровна совершенно права. Медицинские манипуляции – вещь очень неприятная. Я вот даже боюсь кровь из вены сдавать. Один раз чуть в обморок не грохнул. Да ну, я не люблю. А вот Андрюша храбрец. У него сколько раз кровь брали, он хоть бы пикнул. А хотите на него посмотреть, Ирина Петровна? А? Да. Ты что, он? Ну? Я... Смотри, какой. Симпатяга. Глазки умненькие какие. А улыбка чья? Ваша, Ирина Петровна, ваша. Да. Как у него дела, Денис Владимирович?
особенно хорошо, к сожалению. Мы стабилизировали его, но это временно. Необходимая операция. Пока в реестре доноров мы нашли только частичное совпадение. Они не подойдут? Пересадка их материала может привести к реакции трансплантанта против хозяина, и это повлечет отторжение костного мозга и нанесет больше вреда, чем пользы. Но у нас есть надежда, что бабушка подойдет. А когда по ней будут результаты? Лаборатория обещала через час. Ну, а потом тогда что? Если у вас есть совместимость, будут готовить к операции. Ну что? Мне очень жаль. Ирина Петровна, вы не подходите. А, ну, что же теперь делать? Будем брать донора, подходящего по наибольшему числу показателей. Ага. Сколько времени это займет? 2-3 дня. Ага. Хорошо. Олег, привет. У меня есть идея, как заставить Катю стать донором. Давай где-нибудь пересечемся. Не вопрос. Приезжай к нам. Я скину тебе адрес. Заодно и машину свою заберешь. Договорились. Спасибо. Вот я и подумала. Если он обо всем узнает, то сможет повлиять на Катю. Совсем не обязательно. С чего бы ему лезть в ее дела? Руденко – куратор фонда помощи больным детям. Каждый год организовывает благотворительные приемы. Такой человек 100% не останется в стороне. А, ну, отличная идея. Весьма сомнительная идея. Ну, хорошо. Если других вариантов нет, то я готова поговорить с Юрием Дмитриевичем на приеме. Если честно, я хотела сама. А твоя фирма значится среди участников вечера. Может, ты сможешь организовать для меня приглашение? Невозможно. Там собирается исключительно узкий круг благотворителей. Агния должна пойти. Она знает Катю, и какой смысл говорить с Руденко без нее? Ну, не знаю. У нас всего 2 пригласительных. Достану 3-е. Не волнуйся. Спасибо. Олег. Приветствую. Рад. Дина, ты ослепительна. Не я одна. Хорошего вечера. Благодарим. Руденко в тренде. Нашел себе подружку в 2 раза моложе. И не противно ей? Это не твое дело. Вообще он хороший мужик. Особенно при наличии ювелирного завода. То есть, по-твоему, мужчин любят только за деньги? Смотря каких мужчин. Я вот Агнии не вижу. Да вон она. Катюша, добрый вечер. Прекрасно выглядишь. Добрый вечер. Вы знакомы с Екатериной?
Агния Коронец, адвокат. Мы с Катей давние подруги. Вместе с ней... Мы вместе занимались в танцевальной студии. Надо же. Так вот откуда твоя пластика. Агния, может быть, вы примете участие в нашем танцевальном аукционе? С радостью. Хорошего вечера. Юрий Дмитриевич, простите, что отвлекаю. Не страшно. Могу я задать вам нескромный вопрос? Не скучаешь без меня, милый? Нет, твоя подруга составила мне компанию. Так что за вопрос, Агния? Я просто хотела спросить. Можете поделиться секретом, как успешно совмещать бизнес и благотворительную деятельность? Никакого секрета нет, у меня просто сильная команда. Да и в социальной сфере те же правила, что и в бизнесе. Неужели? Да, чтобы благотворитель имел успех, он должен, как и в случае с любым продуктом, четко просчитать, на какую целевую аудиторию ты делаешь проект. Сколько он должен стоить, как ты его будешь продвигать. Вот, например, сегодня мы помогаем больным детишкам. Да-да. По-моему, болезнь ребенка – это трагедия, которая никого не оставит равнодушным. Кроме разве что тех матерей, которые отказываются от своих детей в роддоме. Бросают их на произвол судьбы. Ну какие же это матери? Это твари, не люди. А ты что думаешь по этому поводу? Согласна, полная жуть. Олежка, распорядитель вечера уговорил меня участвовать в танцевальном аукционе. Ты не против? Угу. Мой дорогой муж выложит солидную сумму на благо детишек? Ну, конечно. Юра, совсем забыла. Тебя искал учредитель. Пора начинать аукцион. Да, конечно, пойдем. Простите нас, Агния. Не похоже, чтобы у нее получилось. Немедленно убирайся отсюда. Не могу. Я участвую в благотворительном аукционе, забыла? Ты специально сюда притащила, чтобы испортить мне вечер? И не только вечер, Катюш. Но и весь твой светлый образ. Думаю, Юрий Дмитриевич должен знать все факты твоей биографии. Ты меня шантажируешь, гадина? Именно. Но могу уйти молча. Если ты согласишься сдать анализы на донорство. Это же надо в больницу ложиться. Что я Юре скажу? Выкрутишься. Тебе же не впервой врать. Притворяться. Я в тебя верю, Катюш. Три тысячи раз, 3002, 3003. Продано! Танец с очаровательной Диной Назаровой достается мужчине в красной бабочке. Ты жмот. Пожалел 4000, чтобы жена не ушла к другому? Мне показалось, ты сама хочешь с ним потанцевать. Олег, получилось. Катя согласна. Ну ты даешь. Молодец. Я ни секунды не сомневалась, что все получится.
Я так рада. А где коронец и не платье? Тоже участвует. Итак, последний лот нашего благотворительного аукциона. Танец с Агнией Коронец. Прекрасные гости нашего вечера. Прошу вас. Стартовая цена $500. Тысяча. $1000 мужчина в костюме и галстуке. Кто больше? 2000. 2000 господин Пономаревский. 5000. 5000 от господина Назарова принято. 6000. 8000. 10000. Олег. 10000 раз. 10000 два. 10000 три. Лот выиграл господин Назаров. Поздравляю! Это что сейчас будет? Мне кажется, это за тобой. Фонд помощи больным детям. Потом поговорим. Свет радости. Вместе мы помогаем. Мы вроде тоже должны танцевать. Обязательно. Чувствую себя по-идиотски с этим аукционом. Есть в нем доля сексизма, правда? Ну, что не сделаешь ради больных детей, тебе ли не знать? Все прошло отлично. Такие мероприятия хорошо работают на имидж компании. Устал? Есть немного. Тебе нужно больше отдыхать. Намекаешь, что я старый? Намекаю на то, что ты у меня самый лучший, самый благородный на свете. Иди ко мне. Как мне будет тебя не хватать? А в чем дело? Я никуда не собираюсь. Не хотела говорить тебе на приеме. Мне нужно съездить к маме. Не проблема. Хочешь, вместе поедем? Не в этот раз. Она же живет в другом городе, и она приболела. Уход нужен, помощь и все такое. Это неделя, а может быть и две. Езжай, конечно. Если что-то нужно, обращайся. Спасибо, милый. Но ей нужно, чтобы я просто была рядом. Как я ее понимаю? Ты знаешь, я сегодня думала насчет Агнии. Она так много делает для ребенка, так бьется за его жизнь. Да, она молодец. Мне кажется, несправедливо забирать у нее мальчика. Мы должны отказаться от Андрюши. Как считаешь? А ты потом не пожалеешь? Так будет лучше для ребенка. По всему видно, что она искренне его любит. Ты умница. Я напишу ей. Я завтра сама наберу ее и все объясню. Неужели мы не найдем занятий поинтереснее на сегодня? Ну что,
Через час придет анестезиолог, подготовит вас к операции. Как настроение? Паршивое. Это нервы, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Вы полностью подходите как донор. Довольна, шантажист? Если что-то пойдет не так, ты будешь со мной нянчиться? Это меньше о себе думай. А больше о том, что ты спасаешь своему ребенку жизнь. И на душе будет спокойнее. Без тебя разберусь, о чем мне думать. Ладно, не хочу тебя раздражать. Хотела только пожелать удачи. Какой он? Хоть симпатичный? Самый красивый мальчик на свете. Уходи. Вечно ты мне все планы портишь. Людмила Петровна, ваши документы готовы. Вы сможете забрать их завтра в любое время с 10 до 6. Угу. Нет, Вов, еще не закончили. Только час прошел. Не сможешь приехать? Ну ладно. А, извини, сейчас шеф звонит. Да, Николай Иванович. Я все подготовила, посмотрите в верхнем ящике. Угу. Алло, Вов, ты тут? Да, я одна. Назаровых не видно. Не знаю, куда они делись. Ну все, я побежал. Куда? Сегодня же выходной. Ну как куда? На работу. Я же тебе говорил, у меня с автомойками завал по всем точкам. Давно надо было модернизировать. Я все тянул. Вот, накопилось. А давай вечером в кино сходим? 100 лет не были. Ну, не знаю. Вряд ли. Ты Агнии звонила? Да. Она нам благодарна. Привет тебе передавала. Ага. Как там дела у Андрюш? Все в порядке, к операции готовится. Надо будет его потом навестить. Не надо. Почему? Агния просила избегать контактов с ней и с Андрюшей. Ее можно понять, такая деликатная ситуация. Естественно, она боится, что мы опять предъявим права на Андрюшу. Да. Ну, можно же просто пообщаться. Я знаю. Но зачем ей это общение? Я думаю, она заслужила немножко покоя после всей этой нервотрепки. Да, наверное. А тебе самой не хотелось бы узнать, как пройдет операция? Конечно, хотелось. Я потом позвоню Светлане Юрьевне и все узнаю. Да. Хорошего дня. Спасибо. Ну что, как? Успешно. Не волнуйтесь. Первый шаг сделан. Теперь поддерживающий курс препаратов, наблюдение, реабилитацию. Спасибо вам большое. Денис Владимирович, спасибо. Все будет хорошо. Дина и Олег отказались от намерения усыновить Андрюшу. Так что поздравляю. Вы единственный кандидат. Только если вы снова не найдете семью получше. Конечно же, во благо ребенка. Насчет этого не беспокойтесь.
Вряд ли он кого-то еще заинтересует. Вы, кстати, тоже подумайте, надо ли вам все это? Представьте только масштабы расходов на реабилитацию. Вам в больнице ничего не говорили? Говорили. Но я знаю, что государство выделяет соответствующие квоты. Квоты, конечно, есть. Только это так долго. Такая бумажная волокита. А вы ведь здоровенького ребеночка хотели? Мой вам дружеский совет. Агния Евгеньевна, откажитесь, пока не поздно. Откажитесь, пока не поздно. Как можно отказаться? Он же вам не нуждается. Очень просто. Вы официально не признаны опекуном. Дальше с Андреем будут только накапливаться проблемы. Он вряд ли восстановится полностью. Больничные счета... Мне даже страшно подумать, какие там будут суммы. Но государство обязано оплатить его реабилитацию. Само собой. Только это дело не быстрое. Пока соберем все документы, увы, есть определенный протокол действий. И я при всем желании ускорить его не смогу. Скорее всего, чтобы не терять время, вам придется платить из собственного кармана. Вам это надо? Это мой ребенок. Я больше никогда от него не откажусь. Привет, Андрюша. Как твои дела? Меня зовут Ласка. Мама достанет деньги, сынок. Я все сделаю, чтобы ты был здоровым и счастливым. Самым-самым. Да. Все равно не понимаю, зачем тебе сюда переезжать? Вов, содержать сейчас огромную квартиру мне не по карману. Лучше ее продать. И денег полностью хватит, чтобы покрыть лечение Андрюши. Даже останется. Да я не об этом. Зачем переезжать сюда? У меня, между прочим, прекрасная квартира. Или жить вместе до свадьбы тебе не позволяют моральные принципы? Да, я очень консервативна. Я не хочу, чтобы ты без оглядки брал ответственность на себя за женщину, да еще и с больным ребенком. Назарова отказались от Андрея. Я единственный кандидат на усыновление. Теперь нет необходимости торопиться с женитьбой. Решила меня бросить? Нет, что ты. Но Светлана Юрьевна права в одном. Больной ребенок – это, безусловно, груз. И нести его можно только с любовью. Я люблю тебя. А Андрюшу? Ты его даже ни разу не видел. Тебе нужно время познакомиться с ним, привыкнуть. А потом, если не придумаешь, поженимся. Без спешки и давления обстоятельств. А пока я поживу тут. Как обычно. Все сама, все одна.
Позволь хоть что-то для тебя сделать. Хорошо, что ты предложил. Сможешь показать эту квартиру покупателям? У меня просто обычно в это время на работе завал, а они могут только в 5. Легко. Попробую себя в роли риэлтора. Спасибо. Олежка, посмотри, какая девочка. А, позже. Что, угу, подойди и посмотри. Дин, давай сама. Мне надо вот эту вот кучу разобрать. Я так больше не могу. Не могу смотреть на эти мордашки. Почему? Потому что дура. Самой надо было рожать, когда здоровье было. Я все чего-то ждала. Думала, поживем для себя. На что-то рассчитывала. Рассчитывалась. Все мы крепки задним умом. Так уж вышло. Олег, может, тебя найти помоложе? Здоровую. Она родит тебе ребеночка. Дин, перестань. Ну ты что? Я на все согласна. Только бы ты был счастлив. Ну все. Не реви. Давай посмотрим твоих малышей. Открывай. Да, Игорь, в 5 все в силе. Я договорилась со своим другом, он вам покажет квартиру. Ага. Да чтоб тебя. А, нет, это я не вам. Вов, прости. Совсем вылетело из головы. Я же ключи тебе от квартиры не отдала. Утащился бы на работу. Не страшно. Сможешь в обед мне их подвезти в офис? Конечно. На охране внизу оставь, скажи для меня. Я бы сам подъехал к тебе, но как назло до 4 совещания. Спасибо. Пока. Привет, Агаша. А ты какими судьбами? В гости? В смысле? Здесь мой офис. Нравится. Только чур не врать. Впечатляет. Хотела бы здесь иметь свой кабинетик. С окном во всю стену. А что, есть вакансия? Была раньше. Только ты предпочла отказаться от моего щедрого предложения. Если ты всех сотрудников набираешь подобным способом, я представляю, что у тебя здесь за террариум единомышленников. Ну почему же сразу террариум? Просто здесь работают люди, которые умеют правильно расставлять жизненные приоритеты. Например, Владимир Тершин. А при чем тут Володя? Он работает со мной. В том самом кабинете с окном во всю стену. Ладно, Агаша, прости, бежать надо. Дела знаешь. Был рад увидеться. Еще пообщаемся. Чего? О, ну хорошего дня. Хорошие ребята, но вряд ли они купят. Дороговато для них. Спасибо. Ужинать будешь? Надеюсь, не только ужинать. Присядь, пожалуйста. Твое новое место работы впечатляет. А ты еще не узнавал насчет вакансии для меня? Да, как-то не было удобного случая. Ну, ты же понимаешь, необходимо получить добро руководства. А я разговаривала сегодня с Корнячком. Не думаю, что он был бы против. А, ну, разве попросят сделать для него кое-что? Что сделать? А?
предать друга. Это неудачная шутка. То есть ты хочешь сказать, что если бы ты не выиграл для него договор, тебя бы все равно взяли на эту работу? Не понимаю, о чем ты. Договор, подписанный Корнючуком, вопреки запрету акционеров. Тот самый договор, который нанес ущерб компании. Он волшебным образом исчез и сделал накануне суда. Именно ты принес все документы ко мне. У тебя была возможность его выкрасть. Кто угодно мог это сделать. Секретарша, например. Она открывала твой кабинет, чтобы я мог взять папку. Золотарева. А секретарь теперь не работает в компании Корнючука на топовой должности. Но Золотаревой, конечно, не терпелось меня уволить и опозорить собственную фирму. Господи. Вова, Корнючук сначала мне предлагал эту сделку. Не изворачивайся. Это так жалко выглядит. Да. Я взял его. Довольно? Мне был нужен толчок в карьере. В отличие от тебя, мне никто не предлагал стать партнером. Но я и не предполагал, что все закончится настолько плохо для тебя. А ты думал, мне медаль дадут за проваленное дело? Ну, я думал, ну, сделаю тебе выговор за утерю документа. Ну, партнерство получишь не сейчас, а попозже. А то, что Корнючук сольет СМИ про наш с ним студенческий роман, ты тоже не думал? Я вообще ничего об этом не знал. Но главное, все проблемы обернулись в твою пользу. Ты столько лет кормила мужа бездельника. Теперь я буду содержать тебя и ребенка. Я люблю тебя. Уходи. Давай успокоимся, я... Уходи. О, привет. Привет, ну наконец-то. Не выцепишь тебя никуда. Фирма меньше, а работы больше? Да, я совсем замоталась. Как дела с продажей квартиры? Предложение есть? Смотреть смотрят, а покупать не спешат. Говорят, мы подумаем, перезвоним, и тишина. Давай я дам тебе в долг. Пусть не всю сумму, но хотя бы для начала. Вовку подключим. А, Леночка, спасибо, но нет. У тебя внучка недавно родилась. Ты дочери помогаешь. Не хватало, чтобы еще на меня деньги тратила. А про Володю я даже говорить не хочу. Поссорились? Остались. Садись. Слушай. Ну что, есть информация? СТО «Гаспаряна» закрывается, значит, его клиенты должны пойти к нам. Но они в основном грузовиками занимались. Надо бы мастеров по ним добрать. Олег, по мастерам-то что? А, да, будем работать. И подумай, куда можно подъемники на 4 стойки впихнуть. Давай. Да, я взял его. Довольно? Мне был нужен толчок в карьере. Вот гад. Что будешь делать с этим? Для начала дам послушать Золотаревой. Вместе подумаем. Она ведь тоже потерпевшая сторона. Только не вовремя она в отпуск улетела. Так скини запись на почту. Теоретически можно. Но мне сообщили, что она на лечении в санатории каком-то. Неловко беспокоить. Такие вещи лучше лично обсуждать. Ладно, я подожду. А посадить Володьку могут? Сложно сказать. В общем, здесь много чего наговорил. Собственные кражи, изговоры, причинение ущерба акционерам, мне, фирме. А ты хочешь, чтобы он сел? Это пусть суд решает. В любом случае, для иска доказательная база пока маловато. Но ничего, я обязательно что-нибудь найду. Идеальных преступлений не бывает. Одно могу обещать, его карьере придет конец, как только все всплывет. Кому нужен юрист с подмоченной репутацией? Яркий пример перед тобой.
Может, не стоит на это все тратить силы? Ты не подумай, я его не оправдываю. Но вообще-то главная сволочь тут Корнейчук. Они друг друга стоят. Агния, давай поговорим. Не стоит. Неужели не заслужил того, что ты бы хотя бы меня выслушала? Я тебя уже послушала, мне хватило. Ладно, ты не хочешь меня простить, но хотя бы позволь помочь тебе. Ты пострадала из-за меня. Давай я оплачу лечение Андрюши. Думаешь, можно все исправить деньгами? Нет, ну я хочу загладить. Ничего же непоправимого не случилось. Все равно, рано или поздно, ты ушла бы из фирмы. Теперь ты можешь полностью посвятить себя ребенку. Я буду о вас заботиться. Ну разве не об этом ты мечтала? Даже не знаешь, что раздражает меня больше. То, что ты разрушил мою карьеру, или то, что ты считаешь, что я смогу закрыть глаза на все это. И жить с тобой, как ни в чем не бывало. Ну, конечно. Ты же у нас мисс Безупречность. Вот и живи в студии с больным ребенком и считай гроши, заработанные в отстойной фирмочке. Все лучше, чем сидеть в тюрьме. Как думаешь, по какой статье тебя закроют? 325 за кражу документов или 159 за мошенничество? Еще не будем забывать про сговор с Корнейчуком. Ты ничего не докажешь. Твое слово против моего. Да и кто тебе поверит после фиаско с делом Корнейчука? Только попробуй рот открыть. Вылетишь и из этой богом забытой конторки. Мне поверят, потому что... Что? 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 Нечего сказать? Да? Ты обыкновенная неудачница, сбитый летчик. Даже ребенка себе выбрала под стать дефективного. Да, я взял его. Довольна? Мне был нужен толчок в карьере. Ну как? Как тебе такое доказательство? Слушай, неплохо для неудачницы. Слушай. Агния все знает. Все? Она знает, что я выкрал для тебя тот договор. Мы говорили, она, дьявол, все записала на телефон. У нее есть запись, где я во всем признаюсь. Угрожает дать делу ход. Умная девочка. Ну и что? Что значит «ну и что»? Теперь эта умная девочка пойдет к Золотаревой, потом в полицию. Это же статья. Надо что-то делать. Неприятно, конечно, но думаю, ты как-то разберешься с этим. Тебя это тоже касается. Я сделал это ради тебя, так что будем разбираться вместе. Давай снизим пафос, а? Не ради меня, а ради перспективной должности. Тебе надо было раньше думать, что предпринять, если Агния обо всем узнает. Если у меня будут проблемы, тебя они тоже коснутся. Не думаю. Моя причастность к этому проступку недоказуема. Решай вопрос со своей подружкой, Володя. Как угодно. Решай, если не хочешь лишиться всего. Сантехнику давно меняли? Ремонт был 2 года назад. Давно. Сторона солнечная. Весь день будет жара. Понятно. Здесь установлен кондиционер. Дизайнерский ремонт. А. Оно и видно. Зря только деньги потратили. Если скинешь 30%, так уж и быть, возьму. Я предлагаю квартиру по цене ниже рыночной. Она уже со скидкой. Только продавать ее будешь 5 лет. Ну, значит, подожду.
припугнешь ее как следует, но без рукоприкладства, учти. Да, еще телефон ее заберешь. Лады. Она сейчас как раз квартиру продает. Можешь представиться ей покупателем. Я разберусь по ходу дела. Надо решить все как можно быстрее и... Будет сделано. Выкатывай информацию. Адрес, фотки. А я ее знаю. Видел у тебя в конторе? Да, раньше работали вместе. Выходит, она меня тоже наверняка срисовала. Это проблема? Да нет. Просто будет дороже. Хорошо. Светлана Юрьевна, что там по поводу квоты для Андрюши? Есть новости? Процесс идет. Все документы я направила. Через полтора месяца должны вынести решение. А раньше никак? Что вы? Это самое раннее. Какой-то он на себя не похожий. Все в порядке? Идет небольшая отрицательная динамика. Ему бы побыстрее начать терапию. Когда вам обещали выделить деньги? Через полтора месяца. Ясно. Теряем время. Очень важно не упустить момент. Прости, что без приглашения. Я не смогла дозвониться ни до тебя, ни до Олега. Что случилось? Андрею нужна реабилитация после операции. Это дорого. Квоту ждать полтора месяца. Я уже выставила квартиру на продажу. Но покупателей пока нет. А у Андрюши каждый день сейчас на счету. Благотворительная фонда обращалась? Звонила. Но там тоже надо ждать. Всякие формальности, правила участия в программе помощи. И что ты хочешь от нас? Я знаю, что вы отказались от Андрея. Но у меня безвыходная ситуация. Не могли бы вы дать мне в долг? Тебе не кажется, что это уже чересчур? Мы благородно отказались от ребенка. Ты приняла на себя ответственность за него. Это был твой выбор, не наш. Все так. Но я прошу всего лишь на месяц, не больше. Как только я продам квартиру, тут же отдам. Если ты не в состоянии позаботиться о больном ребенке, всегда можно усыновить другого. Есть дети, ради которых не нужно продавать квартиры. Гарантированно здоровые. Всегда нужно все заранее рассчитывать. И не надо на меня так смотреть. Это жизнь. Я и сама раньше так думала. Только жизнь — это больше, чем гарантия и расчет. И не надо приходить сюда больше. Мы с Олегом не хотим тебя видеть. Не зря же телефон от тебя заблокировали. Не заставляй нас еще и переезжать. О, привет. Хорошо, что ты зашла. Как Андрей? А ты в порядке? Да. Постой, ну ты же плачешь. Александр, добрый день. Это Агния Коронец, хозяйка квартиры. Я согласна на вашу цену.
но при условии, что сделка завтра. Хорошо. Тогда в 11 у банка на Строителе 6. До встречи. Ну, мне фартануло. Олежка, я тебя не ждала так рано. Я только что Агнию встретил. Зачем она приходила? Просто проезжала мимо, решила зайти рассказать, как Андрей. Она тебе что-то сказала? Нет. Она была какая-то грустная. Ну, не знаю. Наверное, что-то по работе. Так-то у нее все хорошо. Андрей выздоравливает, а она замуж собралась. Я так за нее рада. Странно. Нас просила не звонить, не беспокоить, а сама пришла хвастаться женихом. Я не знаю, мы девушки такие непоследовательные. А ты что, не рад, что у нее все хорошо? Рад. Просто она не похожа на человека, у которого все хорошо. Ты что, мне не веришь? У тебя же нет причин мне врать, правда? Нет, конечно, Олег. Ты иногда как скажешь. Давай, раз ты сегодня пораньше поешь, и поедем в дом малютки. Директриса звонила, хочет показать нам девочку, которую я выбрала. Вот отличный вариант. Алиса, 1,5 года, здоровая. Уже начинает говорить. Все, как просила ваша супруга. Какая хорошенькая. Вы молодец, что предупредили заранее. На такую девочку будет много желающих. А вы, как первые, получаете приоритет. А заранее это когда? Когда? Месяц назад, наверное. Но мы же только 2 недели назад решили отказаться от Андрея после приема Груденко. Светлана Юрьевна, наверное, ошиблась. 2 недели, месяц, не принципиально. Что значит не принципиально? Я целый месяц ищу вам ребенка. Знаете, это непросто. Мы это понимаем и ценим. Я всего лишь хотела сказать, что вы правильно просчитали ситуацию и вовремя сориентировались. Я прошу прощения. Мы выйдем на минутку. Зачем? Пойдем со мной. Олег, ты что творишь? Светлана Юрьевна, черт знает, что можно о нас подумать. Что я о тебе думаю, ты хочешь знать? Мне ты говоришь, что отказалась от Андрея ради Агни, а на самом деле из-за его болезни. Директриса просто даты перепутала, а ты на меня орешь. А номер Агни в моем телефоне тоже директриса заблокировала? Ты просто что-то не то нажал. Дина, хватит врать. Зачем приходила Агния? Я же говорила, просто поболтать. Я, видимо, упустил тот момент, когда вы стали лучшими подругами. Тебе не надоело постоянно выкручиваться, лгать? Олежка, ты просто устал. Твоя работа тебя доконает. Давай, поехали домой. Я массажик тебе сделаю, венца выпью. Да, я устал. Я устал постоянно притворяться. Давай признаемся, что мы уже давно не любим друг друга. Ты что такое несешь? Я люблю тебя. Я думал, хотя бы с ребенком как-то срастется, склеится, но нет, не выходит. Я жить хочу, Дина, а не соответствовать. А тебе нужна образцово-показательная семья, особняк в престижном районе, безупречный муж, идеальный ребенок. Я для нас стараюсь, для нашей семьи, чтобы у нас все было как у людей. Я подаю на развод. Олежка, какой развод? Я не могу без тебя жить. Я больше не могу жить с тобой. Ты издеваешься? Ты только попробуй меня бросить. Я распилю все наше имущество пополам. Каждую железку в твоем вонючем сервисе. Я тебя разорю!
Олег! Скажи что-нибудь. Валерьяночки попей. Денис Владимирович, это Агния Коронец. Я еду. Внесу всю сумму наличными. Понимаю, что рискую, но Андрюша не может ждать, пока больница выставит счет, пока банк переведет деньги. 3 дня можем потерять. Скоро буду. Скажите, а Агния Евгеньевна часто к нему приезжает? Каждый день. Как раз сегодня ждем ее. Она собиралась привезти деньги за лечение. Но вот что-то задерживается. И телефон ее вне зоны доступа. Она что, одна везет наличку? Петя, глянь по трекеру, где находится машина Агнии Коронец. Нет, Петь, все брось и посмотри прямо сейчас. Деньги. Шш, успокойся. Это для Андрюши. Не двигайся, мы едем в больницу. Все будет хорошо. Только не умирай, хорошо? Только не смей умирать.
пожалуйста. Только не умирай. Слава Богу. Ну и напугала же ты меня, подруга. Неделю без сознания лежала. Лена. Где деньги? Их нашли? Лежи, лежи. Не поднимайся. Деньги найдутся. Как же, Андрюша? Что же теперь делать? Не раскисать и выздоравливать. Пусть полиция с деньгами и бандитами разбирается. Ты хоть разглядела, кто на тебя напал? Нет. Я особо не обратила на него внимания. Он остановился рядом, вышел из машины. И я подумала, что у него что-то сломалось. А потом выстрел. Хорошо, хоть до больницы тебя довезли. Спасибо неравнодушным людям. Кто это был? Не знаю. Я спрашивала, они говорят. Мол, не положено. Я припоминаю, как меня везли в больницу. Ненадолго пришла в себя. Все как сквозь пелену. Так странно. Знакомый голос. Нет, конечно. Это не мог быть он. Как он мог там оказаться? Рано гулять? Я хочу вниз сходить. Мне нужно позвонить. А, ну, тогда обопрись на меня. Так будет удобней. Это был ты в машине. Ты меня нашел? Я... Если бы не ты, я умерла бы. Спасибо тебе. Я просто оказался... В нужном месте быстрее всех. И очень этому рад. Так я не сообразил, зачем вниз идти? Позвони с моего. Я хотела в детскую больницу позвонить, узнать, как там Андрей. А, ну, не волнуйся. Тихо, тихо, тихо. С ним все хорошо. Андрюша проходит первый курс реабилитации. Квоту выделили? Ну, про квоту не знаю. Я сам все оплатил. Боже, Олег, я тебе все верну обязательно. Да ну ерунда, ну не бери в голову. Нет, я так не могу. Это же такая сумма. А, тем более Дине это не понравится. Я же обращалась к ней. Она мне отказала, сказала, что ты не хочешь больше меня видеть. И ты поверила? Я всегда рад тебя видеть. Ну, желательно не в больнице. А с Диной мы... Разводимся так, что ее мнение мне безразлично. Коронец, хотите, чтобы швы разошлись? Быстро садитесь. И марш в палату, вас там следователь дожидается. Можно я приду завтра? Можно. Вот. Мы предполагаем, что кто-то из сотрудников банка мог слить информацию о вашей сделке. Вот эта машина ехала за вами от банка. Она попала в зону камеры наблюдения соседнего здания. Вы знаете, по-моему, это та самая машина, из которой он вышел. Тот, кто стрелял в меня.
На одном участке дороги водитель превысил скорость. Это увеличенный снимок с видеорегистратора. Может, узнаете его? Не знаю. А номера машины? Поддельные. Мы прогнали этот снимок по нашей базе и установили. Игнат Маховой, трижды судимый. Я его знаю. Видела на своей старой работе. И он консультировался у нашего юриста, Владимира Тершина. А Тершин в курсе, что вы продаете квартиру? Да. А еще он знает, что у меня есть аудиозапись, на которой он сознается в совершении преступления. Я могу услышать эту запись? Она была в телефоне. А его украли вместе с деньгами. Но вся информация дублируется в облачном хранилище. Здрасте. Владимир Викторович Тершин? Да. Старший следователь Никуленко. Вам необходимо проехать с нами в отделение полиции. А в чем дело? Я вообще-то на работу опаздываю. Вы обвиняетесь в организации заказного убийства Агнии Коронец. Чушь какая-то. Какого еще убийства? Исполнитель Маховой арестован и уже дает показания. За скорейшее выздоровление и без последствий. Спасибо, Наталья Петровна. Уже скоро выпишут. Я беседовала со следователем. Тершин арестован. Сотрудничает со следствием. Да, знаю. Акционеры вновь собираются подавать иск в связи с открывшимися обстоятельствами. Твоя запись, на которой Владимир признается в краже важного документа в пользу Корничука. Достаточное основание, как минимум, для пересмотра дела. Теперь у них есть шанс. Ну, теперь Корничук точно не отвертится. Мы только начали готовиться к процессу, а нас уже сожидают журналисты. Опять? Ну, теперь-то они полностью на твоей стороне. Невинно пострадавшая, настоящая героиня, доказавшая свою правоту. Чирков намекнул, что он хотел бы, чтобы ты снова вела дело. Я подумаю. Знаешь, я хочу тебе официально предложить. Возвращайся в фирму. Наталья Петровна. Сразу партнером. В общем, открывают ребята багажник, а там везде червяки ползают. Ну, банка с наживкой открылась. Не знаю, по-моему, хозяин чисто с рыбалки пригнал машину на ремонт. Эй, ты со мной? Извини, задумалась. О чем? Мне сегодня звонили из опеки. Моя заявка одобрена. Я официальный опекун Андрюши. Так это же здорово! Отличная новость! А ты что, не рада? Я счастлива. Но? Но еще мне предложили вернуться на прежнюю работу. И сразу партнером. Это так неожиданно. Когда меня вынудили уволиться, я думала, мир рухнул. Я же раньше, как заведенная, думала только о карьере. А тут меня ее лишили. Ну, то есть ты боишься, что не сможешь совмещать сына и работу? Да, боюсь. Боюсь, что все пропущу. Его первые шаги, первые слова. Я так долго за него боролась, что хочу только одного. Быть рядом, заботиться о нем. В общем, я хочу быть просто мамой. Ну, правильно. У тебя есть Андрюша и... Семья будет. Ты вроде как замуж собиралась. Я понимаю, что не могу тебе этого не сказать. Несмотря на то, что у тебя есть жених, я люблю тебя. Олег. Я знаю, я идиот. Извини меня. Не будем возвращаться к этой теме. Олег, у меня нет жениха. Мы с коллегой планировали фиктивный брак, чтобы я могла получить опеку над Андрюшей. Теперь это не актуально.
Ты даешь. У тебя же куча дел. Да ну ты что? Ну какие дела в такой день? Привет. Ну здорово, сынок. Здорово. Как ты?